Ребята, все мы знаем самый лучший сайт по продаже робуксов RBX3. И прямо сейчас в своей группе ВКонтакте они проводят конкурс на 70 тысяч робуксов. Да-да, целых 70 тысяч они разыгрывают в честь Хэллоуина. Шанс на победу у всех, ну, очень большой, ведь будет 15 счастливчиков, которые получат свои робуксы в прямом эфире 31 октября. На прямой трансляции в их группе во ВКонтакте. Условия конкурса максимально простые, поэтому как можно быстрее переходи в их группу во ВКонтакте по моей ссылке в закрепленном комментарии. Возможно, именно ты станешь победителем, который заберет главный приз 25 тысяч робуксов себе. И всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Лад, и в сегодняшнем видеоролике вместе с вами посмотрим новенькое хэллоуинское обновление в Sonic Speed Simulator. Но перед началом этого видосика, если хочешь получить себе любое вот этого из Чао, точнее вот этот пак Чао, то ты должен прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с своим ником в Дискорде, и все итоги будут на 500 лайков. Поэтому прямо сейчас ставьте свои лайкусики, подписывайтесь на мой канал, участвуйте в конкурсе, но мы начинаем. Что же, ребята, сразу хочу вам сказать, что сегодня у нас выходит обновление в Pet Simulator X, и в честь этого я, конечно же, запущу стримчанский, на котором мы, ребята, посмотрим все обновление в Pet Simulator X. Видите, это обновление спустя пару часов с момента выхода этого видеоролика, поэтому следите за каналом, ребята, мы там будем встречать новое обновление в Pet Simulator X, повеселимся, ребята, пообсуждаем и вообще весело приведем время, поэтому я абсолютно всех вас буду ждать, кто сейчас смотрит этот видеоролик. Ну что же, ребята, давайте не буду долго тянуть, приступаем к просмотру. Ребятки, смотрите, у нас вышло новое обновление в Sonic Speed Simulator. Давайте мы вот сюда перейдем на центр. И честно, это довольно-таки классное обновление, ведь сейчас я тебе расскажу почему. Первое, что нам добавили, это самое главное, ребята, такое самое крутое. Начнем. Это у нас... Что это, ребята? Что это такое? Это анимация какая-то или... это новый ивент, ребята, будет через 6 дней, ребята. А что это такое? Какой-то злой Соник. Соник под грибами. Довольно-таки странное, ребята, обновление. Ну ладно, мы идем сюда и давайте посмотрим, кого здесь нам можно получить. И нам можно получить, ребята, вот такой вот ведьму руж. Эту ведьму руж нам можно получить, если мы соберем 75 тысяч вот таких вот паучков, 35 вулканических, ребята, кристаллов и 200 каких-то, ребята, черных цветков. То есть, да, 200 черных цветков, 35 вулканических кристаллов и 75 тысяч вот таких вот паучков. Мы их все выполняем и заполучаем, ребята, вот такую вот руж. Вот такая вот ведьма руж, ну не знаю. Как по мне, обычная руж, она намного красивее. Ее, кстати, до сих пор можно получить. Она находится у нас где-то... Вот она находится, ребята, обычная руж. Вот, сами можете сравнить, что, как по мне, одна намного лучше выглядит. Вот. Ну, ребята, кому это прям реально интересно, то вы можете заполучить себе ведьму руж, потому что... У нас, ребята, есть выбор, кого можем получить. Да, если мы заглянем в хэллоуинский магазин, то можем заметить, что нам можно получить, ребята, Gothic Emmy. И это довольно-таки круто, потому что, ну, два скина в одном обновлении, это у нас уже было в Sonic Speed Simulator, но то, что нам можно получить Gothic Emmy, ребята, и Ведьму Руж, это очень-очень круто. Чтобы ее заполучить, нам нужно собирать 1400 вот таких вот, ребята, конфеток. У меня, конечно же, не хватает, я могу докупить за 1400 робуксов, но это довольно-таки странно, это делать не буду, ребята. И вот такой вот Gothic Emmy можно получить. Бесплатные конфеты по 70 конфет, ребята, каждые 4 часа, это довольно-таки неудобно. Кстати, кто знает способ, как фармить конфеты, то обязательно напишите в комментарии, я обязательно ваш комментарий лайкну. И, ребята, это еще не все, да, если вы подумали, что это все, то это не так. О, кстати, смотрите, Riders Rush есть. У нас кто-то еще здесь. Metal Tails, ребята, и Rider's Tails. Хорошо. Смотрите, ребята, кто еще не понял, то это еще не все. И нам можно получить третий бесплатный скин. А именно вот такой вот, ребята. Vampire Sonic, ребята. И... Ребята, чтобы получить этот Соник, нам нужно выполнять дневные квесты. То есть сегодня у нас квест собрать 1000 Чао Орбс. Если мы их соберем, то мы выполним вот этот первый квест, потом за второй день, потом за третий, четвертый, пятый, шестой. И за седьмой день нам можно будет получить вампир Соника вот такого вот. То есть да, в сегодняшнем обновлении нам добавили аж 3 скина, которых можно получить. Но вампир Соника можно будет получить только через 7 дней, ребята. Но все равно, это довольно-таки круто, что его вообще можно будет, ребята, получить. А вот, ребята, Gothic Emmy, ребята, вот такой вот Gothic Emmy можно будет получить хоть сегодня, ребята, если у вас есть вот 1400 монет. И еще можно хоть сегодня получить вот такой вот, ребята, ведьму руж. То есть, да. Ну что же, на этом мы уже потихонечку заканчиваем. Спасибо огромное, что ты посмотрел видосик от начала до самого конца. С тобой был я, Влад. Я желаю тебе хорошего настроения. Удачки. Пока.